Три летних месяца кабинеты этой школы, центра одаренных детей, пустовали, но с верностью ждали своих учеников. И вот 1 сентября, День знаний, а во дворе уже началась линейка. Вальсом открывают новый учебный год. В школе-интернате, где учат только старшеклассников из районов Нижегородской области, ставят задачи – участвовать в олимпиадах, высококлассно сдавать ЕГЭ и развиваться. Внимательнее других прислушиваются десятиклассники, которые вчера уехали из родного дома, а уже сегодня начинают самостоятельную жизнь. Говорят, что будет не просто, первые полгода так точно, но это просто нужно пережить, привыкнуть к режиму, и все будет отлично. Сценарий торжественного события с официальными речами и песенными номерами без предупреждения вторгается дождь. Учителя, перешептываясь, спорят. Одни считают, примета плохая, другие уверены, осадки – это к лучшему. И линейка продолжается, хоть и под зонтиками. Особенно хочу поблагодарить преподавателей, потому что и прошлый год, и этот год им пришлось очень-очень тяжело. Но это очень сильные, очень талантливые, очень качественные в плане установок специалисты. Никто не ушел из профессии, все остались работать, все остались с нами вместе в команде. В одной команде учителя и ученики проведут ближайшие 9 месяцев. Более 136 тысяч детей будут учиться в образовательных учреждениях Нижнего Новгорода в этом году. Всего в регионе 344 тысячи детей пошли в школу. Для части из них этот год финальный. Это последний год. Ты ощущаешь себя еще каким-то школьником, а в дальнейшем ты уже будешь настоящим студентом, который будет жить уже такой полноценной жизнью, уже как такой гражданин Российской Федерации. Александра Шеломцева, Виталий Кудрявцев. Время новостей.